здесь было. Вряд ли они разбрелись далеко. Славно. Выследим их. Покажи мне все. А, вон и корова. Давай притворимся, что мы на охоте. Поучишься, да и мясо для пира добудем. Ладно. Но я к ней не подойду. Так легко у тебя вышло? Тут нет ничего сложного. Теперь срежем мясо. Странно, что ты избегаешь охоты. Ведь твоя семья держит скотину. Майда думает так же. Она любит... Что ты видишь, Сюнин? Майда думает так же. Она любит охотиться на кроликов и фазанов. Я как-то предлагал помочь. Правда? А она что? Рассмеялась. Когда я сказал, что не шучу, она ответила, что не против. Смотри, Бертам. Вторая корова. Начнем урок. Да. Я смотрю. С непривычки страшновато, я знаю. Даже домашняя скотина может быть опасна. Помни, убивать и разделывать животных нужно с почтением. Ты не думай, что я виню тебя за страх. Спасибо. Но я виню себя сам. Я и правда болван. Бертам, расскажи мне о Майде. Она тебе нравится? О, да. Она просто чудесная. Всегда смешит меня. Отлично охотится. Она такая храбрая. А еще умелая, сильная, ну и красивая. Ты любишь ее. Представь, каково ей, а? Лети, Сюнин. Представь, каково ей, а? Я ведь дурачок, который боится коров. Я не мастер-следопыт, но учиться можно даже у Сюнина. Смотри, как она летит по следу. По следу? Я как-то вляпался в навоз и наследил по всему дому. Отец пришел в ярость. И быстро нашел меня. Вот. Ты уже много знаешь про следы. Теперь научу тебя стрелять. Наложи стрелу. Натяни тетиву. Вдохни. Целься. Пускай. На словах все легко, а на деле... Надеюсь, ты не злишься, что пришлось со мной возиться. Исправлять то, что я натворил. Не тревожься. Признаюсь, мне не часто выпадает такой безмятежный день. Покажи, что там впереди. Молодец. Ты нашел ее. Может, ты будешь выслеживать, а Майда стрель... Бертам! Вот это да! Здорово, да, Эйвор? Я даже сразу не поверил. Молодец, гроза коров. Ты одолел своего врага. О, не зови меня так, задразни. Спасибо, Эйвор. Это труднее, чем кажется. Майда ни за что не поверит. И матушка тоже. Бер, тебя правда напугала корова? Трудно поверить, ведь вы держите скотину. Если я скажу, что случилось, ты точно никому не расскажешь? Ни за что. Дело... Ну... в Майде. Она вечно называет меня милым, тихим, добрым и славным. И хорошо. Нет, ужасно. Кому надо быть милым?
Я хочу быть храбрым, мужественным. Я решил выпустить коров и сам убить их, чтобы показать Майде, что я ее достоин. Но едва взял в руки лук, как увидел взгляд коровы и перепугался. Так что тут я почти не солгал. В доброте нет ничего плохого. Я уверен, ты нравишься Майде именно за свою доброту, а не вопреки ей. Спасибо, Ива. Надеюсь, так и есть. Но я все равно хочу похвастать. Хоть немного. Я боюсь спрашивать об этом у Майды, но... Тебе не жаль зверей? Не мерзко заставлять их страдать? Я не хочу их мучить. И на охоте целюсь в сердце, чтобы смерть была быстрой. У меня так не выйдет. А вот Майда убивает зверей с одной стрелы. Чисто. Не поранился? Винфрид, гляди, вот твой сын, Бертам, гроза зверей. О, гроза зверей? О, видела бы ты меня, мама. Как метко я стрелял. Но сейчас мне пора бежать. Бежать? Куда? Покажусь Майде, пока кровь свежая. Увидимся на перу. Спасибо, Эйвор. Не знаю, что ты сделал, но я довольна. Есть что-то? Мне уже пора. Ступай с миром. Всегда приятно встретить доброго человека. Веди таких сюда, если... Что предложишь? Современный воин даже странствовать должен в роскоши.
У тебя есть для меня заказ? Ты деньги за это сможешь получить и развлечься заодно, скорее всего. Пропал один из моих гонцов. Я думаю, чем раньше все это... Мне уже пора. До встречи. Увидимся. Я всегда рад тебя видеть, Эйвор. Сюнин, разведай местность. Расправь крылья, Сюнин.
Йо! Чем я могу помочь? На этом все? Все? Мне пора. Удачи. Осмотрись вокруг. Тебе покинуть Мидгард. Thank you.
Он был моим братом! Умри! Сюнин, укажи путь. Здесь лучше не шуметь. Yeah!
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Будем того достойны, встретимся в Рагнарёк. Покажи-ка, что... Это для истинных воинов. Тебе подойдет. Сделано. Как твой друг, говорю, купи это.
Это будто для тебя сделано. Эйвор, обязательно это купи. Я подготовила это для тебя. Подходит тебе. Больше ничего не купишь? Мне пора в путь. Прощай. Надеюсь, скоро вернешься. Все на сегодня? Мне пора. Ну что ж, до встречи. Рада встрече. Тарбен. Я так рад тебя видеть, Эйвор. Прости, но мне надо идти. Я лишь хотел поздороваться.
Покажу, что тут есть. Гляди на здоровье. Еще увидимся. Смотри, Сюнин. Что ты видишь? Что сегодня неплохо, верно? Все, ничего.
Мне... Здравствуй. Серебра хватило на это.